Всем привет, Лев и Мирослава из Абхазии снова с очередным видеорепортажем. Значит, сразу о погоде. Погода теплая, небо практически без облаков. На стадионе, как видите, мы отель Олимп. Богомол хочет кушать, поэтому нужно ему поймать какой-нибудь живности тут на этом поле. Ну и в разгар дня мы вышли погулять, потому что первая часть дня, как обычно, посвящена рабочим хозяйственным вопросам. Вот только я посвободнее стал, мы сразу идем гулять. Сейчас на турнички, брусья заглянем, Мирослава на велосипеде катается. Все так же воздух здесь замечательный, создают гималайские кедры, которые растут по периметру. А там вот виднеется корпус здания пансионата Ривьера. Взглянем на горы. Подошли отдыхающие. Здесь в отеле Олимп разместились, тоже смотрят репортажи. Периодически люди подходят. Там столовая виднеется, открытая ее часть. Люди трапезничают. Заглянем сегодня в кафе Муза у озера. Меню кафе Муза. Жмите паузу, чтобы рассмотреть детальнее. Давай, пробуй. Еще раз пробовать не успел, уже вкусно. Молодец. Мне просто падает. Клубничная, да? Да. Идем на пляж. Погреться. Тяни немного, уже прохладненько. На пляже народу еще довольно-таки много. Вода в море достаточно теплая, поэтому купающихся немало. Но это перед нами пляж пансионата «Золотые пески». Сегодня в Самшитовой роще концерт, начало 20:00, цена билета 1000 рублей. Здесь из цитрусового совхоза забирают автобус от фонтана. Иногда такие мероприятия проходят, ну, просто для, так сказать, ознакомления. Всю справочную информацию о цитрусовом совхозе можно найти на данном сайте. Полюбопытствуйте. Дом на колесах покидает цитрусовый совхоз. Видео завершаю на этом. Спасибо за внимание. Если пришлось по душе, ставьте палец вверх, оставляйте комментарии, делитесь, подписывайтесь на канал. Есть на Дзене, на Ютубе. Ну и реквизиты для доната есть в описании к видео. С вами был Лев из Абхазии. Всего вам доброго.